Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал, все ссылочки в описании. А сегодня у нас 5 сентября. Я нахожусь в Пицунде уже. Здесь море спокойное. Вода прозрачная. Очень много людей. Несмотря на то, что время обед, время без 10:12. А находимся мы в кафе на крыше одного вот из таких пансионатов. Здесь достаточно много людей. Температура воздуха сейчас у нас 30 градусов. С гор наблюдается дождь. А в целом отличная погода, слегка затянула облачками, не так печет солнце. Но самое главное — это море. Сейчас везде просто, от Сочи до границы с Абхазией и вообще в Гагре тоже волнение и грязная вода. Ну а в Пицунде смотрите сами и делайте выводы. Вот такая погода сегодня в Сочи. Обязательно подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на мои экскурсии, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!